Партнер рубрики «Ювелирная сеть. Золотая черепаха». «Золотая черепаха». Днем и ночью мы сияем для вас. 15 декабря. День активный и напряженный. Центр напряжения «Авантюризм», центр гармонии и коммуникабельность. Овны. Время делать предложения, от которых невозможно отказаться, особенно в производственной сфере. Например, партнерам по бизнесу или просто партнерам. Тельцы. Прекрасные перспективы преуспеть в общественной деятельности, наладить полезные и интересные связи, а можете при желании преодолеть и семейные неурядицы. Близнецы. Все резервы на карьерную и профессиональную деятельность. Трудности забываются, а результаты остаются. Упор на профессиональное чутье и целеустремленность. Раки. Темный лес всегда полон теней и загадок. Сегодня день разного рода неожиданностей. Как бы ни кружила жизнь, стремитесь отличать реальные трудности от надуманных. Львы. Чем богаче выбор, тем, как правило, хуже результат. Постарайтесь опровергнуть это утверждение. Займитесь детьми, хозяйством или любимыми домашними животными. Девы. Не спешите делиться своими планами. Придержите их в тайне, пока обстоятельства не подскажут вам, что пришло время действовать. Вот тогда все тайное и станет явным. Весы. В чем, собственно, суть отличия хорошего от плохого? Лишь в том, что первое – это все как надо и вовремя, а второе – это когда все то же самое, но в излишестве или недостатке. Скорпионы. И что с того, что взгляд, устремленный в будущее, далеко не всегда способен радовать своими перспективами? Зато он позволяет нам расстаться с отжившими предрассудками. Стрельцы, посвятившие день решению эволюционных задач, могут рассчитывать на помощь и поддержку свыше, а также на призовые бонусы и их успешное завершение. Козероги. Успехи в творчестве, укрепление отношений, забота о родителях. Это сегодня лишь малая часть вашего пути. Берегите и цените все то, что украшает и облагораживает вашу жизнь. Водолеи. Сегодня вам предстоит укреплять основы вашей производственной сферы. Процесс этот также может коснуться хозяйства, работы детей или романтических отношений. Рыбы. Постарайтесь реализовать весь ранее накопленный потенциал. Сегодня для этого есть прекрасные возможности. Направляйте жизнь в благоприятное для вас русло.